Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И это уже точно заключительное видео по вязанию вот этого джемпера листочки, листики по мотивам джемпера с AliExpress. Мы с вами в 5 частях разобрали очень подробно, из чего состоит джемпер, как связать вот этот вот узор. Я вам показала очень подробно, разобрала все. Я вам рассказала, как вписать тот узор, те размеры узора, которые у вас получаются из вашей пряжи, которую вы подберете, в ваши размеры. И, конечно же, обещала сделать фотографии, но на улице у нас так и лежит снег, солнце там не собирается показываться. В общем, потихоньку начало все таять, весна вроде бы пришла, но на улице холодно, и фотографии мне пришлось сделать дома. Ну вот в таком виде. Хочу сказать, что я уже успела поносить этот джемпер. Он меня устраивает на все 100%. Во-первых, пряжа, которую я брала в магазине, все связано, безумно комфортное к телу. Мне нравятся те ощущения, которые я испытываю, когда я ношу этот джемпер. И цвет мне нравится. В общем, все, что я задумывала в этом изделии, у меня сошлось идеально. Напомню я вам про название пряжи. Это пряжа опера, филатура типолоны, 50% буретный шелк, 25 хлопок и 25 вискоза, 300 метров в 100 граммах. Цвет называется вердина, 400 грамм я брала. Ну и вы видите цену, 3 рубля 40 копеек за 1 грамм. Тут вот у меня сюда же в проектную тетрадь я приложила все свои образцы, благо, что они у меня остались. Хочу сказать, по расходу, то есть 400 грамм, которые я брала, ушли все. И в предыдущем видео я вам показывала, как у меня рукава я закончила вязать именно вот когда две нитки сошлись, и мне даже пришлось закрывать рукав крючком. И теперь давайте пройдемся по размерам, что у меня получилось. Если вы помните, я закладывала 60 сантиметров, здесь у меня вышло 58. Но учитывайте то, что у меня здесь швы, ушла какая-то ширина в шов, и точно так же, возможно, под тяжестью немножко вытянулось изделие. Хотя какие-то точные размеры в трикотажном изделии высчитывать бесполезно, потому что, ну, сами понимаете, трикотажное полотно, куда потянул, туда оно и потянулось. И теперь высоту изделия. Давайте измерю. У меня получилось 63 сантиметра вот в данный момент. Длина рукава 45-46, может быть, 45 я вязала. Чуть-чуть тоже вытянулся рукав. Вот. Сильно переживала за V-образный вырез горловины. Мне казалось, что он будет мне великоват. Но сейчас, вот поносив это изделие, я скажу, что мне нравится такой вырез. В общем, кто не в курсе, что за мастер-класс, о чем мы сейчас с вами говорим, я оставлю ссылочку под этим видео на плейлист. В плейлисте, вот вы нажимаете на эту ссылку, будут все части этого мастер-класса. Мастер-класс получился очень объемный, очень подробный. И если вы посмотрите все видео с первого по последнее, это уже шестое видео, то есть 5 подробных частей мастер-класса, я уверена, что у вас все получится, и вы свяжете себе такой свитер. Ну, себе, внучкам, дочкам, вяжите всем. Пусть наше лето будет вот с такими красивыми листочками. Кому интересно, ссылочку на магазин, где я брала эту пряжу, я также оставлю. Я, конечно, не уверена, что эта пряжа будет в наличии, но, возможно, вам повезет. Так что зайдите, посмотрите. Если вам понравился джемпер и мастер-класс, который по нему получился, обязательно ставьте лайки, делитесь этими видео в соцсетях. Пусть такой джемпер будет не только у меня. Ну а когда ваши джемпера будут готовы, также делайте фотографии и отмечайте факультет рукоделия
в своих соцсетях, в Инстаграме, ВКонтакте, на Ютубе. Мне будет приятно. Ну, на этом, пожалуй, все, что я хотела вам сказать. Встретимся в новых проектах. У меня уже на спицах другой обалденный проект. Так что, кто не подписан на канал, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые видео, новые мастер-классы, новые проекты. Всем пока-пока! С вами была Юлия и мой факультет рукоделия.